Наша съемочная группа готовила репортаж на московской набережной Чебоксар. Вместе с отдыхающими в кадр попала змея. К счастью, это был молодой уж. Он неторопливо ползал среди пешеходов и явно привлекал их внимание. Уже не ядовитый вид змей, распространенный в умеренных широтах континента Евразии. Ужи обитают около водоемов. В городе, если есть водоемы, естественные водоемы, то они, конечно, там появляются. То, что водится в Чебоксарах около реки Волга, это естественное явление. Ужи, они относятся не к теплокровным животным, а к холоднокровным. Холоднокровные животные проявляют свою активность, когда жарко, когда тепло. Вот сейчас наступила жаркая погода, и ужи стали активными. Впрочем, в городе могут водиться и ядовитые гадюки. У них, в отличие от ужей, нет желтых пятнышек на голове. При встрече с ними сохраняйте спокойствие и постарайтесь обойти.